А вот в Оренбурге стартовал чемпионат России по боксу среди мужчин. Обладатели 10 комплектов наград в течение недели определят 309 сильнейших мастеров кожаной перчатки страны. В их числе и 22 представителя сборной Дагестана. По итогам состязания станут известны имена спортсменов, которые попадут в сборную России и примут участие в Олимпиаде в Токио.